Я думаю так, вот у Зитрокса на эмбере 18 матчей, 66% винрейт. Экскалибур играет на друиде. Вот сейчас пришло время свапаться. Давай, вот просто прям интересно. Экскалибур на друиде. Все, вот. Вот теперь все стало понятно. Ну да, 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 так и должно быть, скорее всего. Зитрокс на эмбере, экскалибур на друиде. Должно быть более чем годно. Скорее всего. Тройка Сент-Кинг, Лич, пятерка. Ну, собственно, получается, Хестер и Ротан на Сент-Кинге, Зитрокс Эмбер, Дэн Зешка на Личе, Экскальбер на Лондриде и Эйн на Дазли четверке. Интересно будет. Ты мне от файном решил оставить? Естественно, тут ты все начинаешь, моя очередь. Энтаки на Вокере, Спартан на Винтерверне, Скайларк на Аксе. На Сларке у нас, получается, будет играть так. Ну и maybe next time на Рубике. Maybe next time на Рубике 65 матчей, но винрейт 49-23. Но это топ его герой по Dota 2. Топ-2. Топ-2 его герой. Касаемо Сларка Тага. Очень интересный момент. Во-первых, Сларк ласт пиком. Во-вторых, 3 дня назад он играл. У него одна игра на просцене на Сларке, то поражение против коллектива Liquid. Ничего удивительного, что против Liquid, да, но в целом. Каких Liquid? Новых? Новых, конечно. Ну, кто знает, может быть, там история, ну, скажешь так, не за что умалчивать, но это что-то такое. 3 дня назад. Mm-hmm. Ну, у нас тем временем коэффициенты, получается, если ничего не поменялось, если у меня вдруг не обновилось просто... Нет, скорее всего, это были старые. Сейчас постараюсь сказать вам последние, которые есть. Что-то их не показывают. Не хотят. Да и ладно, слушай, в любом случае можно самому зайти по ссылке, которая есть по баннеру, по трансляции, плюс то к депозиту получить, самому разбираться с коэффициентами, с возможностями сайта, и с командами, и нас с тобой послушать, и принять решение сделать ставочку. Это даже интереснее, мне кажется, самому. Конечно, конечно, надо в первую очередь своей головой думать, а не только слушать предикты, так будет правильнее. Кстати говоря... Гоу. Да, пауза у нас снялась. Я хотел сказать по поводу параллельного матча. Там они третью карту играют или как там процесс? Не в курсе? Так, параллельный матч. Сейчас, секундочку. Я открою трекдоту. Угу. Там вроде бы пики у нас начинались. Waiting for Creep Spawn. Угу, угу. Ну, в общем, скорее всего, друзья, у нас... нет, я смотрю, там пики есть. У Нигмы... Ну, давайте просто чисто так мельким... образом обсудим, пока у нас опять Сларк сейчас только-только будет возвращаться, но пауза будет стоять еще пока не какое-то время. Парочку слов по поводу параллельного матча финала верхней сетки, который это параллельно идет, еще раз повторюсь. Там у Нигмы Туск, Лич, Морфшейкер и Инвокер. Это GG. Хотя и у Викингов неплохой пик, на самом деле. У них есть Винга, Винтервиверна, Кентавр, Аппарат и Шторм. Даже не знаю. Надо разбираться, мы с тобой все-таки выбрали, ну, выбрали. Комментируем именно эту серию, и там, знаешь, как-то вот так вот просто сходу заходить, говорить, что появился Морфошейкер, это победа. Там контроля на него много, там Винга, там та же самая Винтерверна, можно поймать сейчас в полете, зарутить, зафиксить. Ну, хорошо. Не факт, что Морфошейкер это победа. Ну, да, соглашусь, что мы будем сосредотачиваться на своей игре. Тем более, что меня вот больше всего интересно, наверное, среди всех этих героев вызывает четверка Дазл. Что он будет собирать? Никро? Четверка Дазл одна от Эйна. Он, получается, 3 раза брал этого Дазла, и 2 раза была победка. Тебе прям интересно, что он на этом Дазле талил, правильно? Ну, я думаю, Никро первым, дефолт. Четверка Дазл? Какая разница, мид дазл или четверка дазл, у тебя все равно артефакты будут. Ну, хочешь медальку, а смысл тебе от медальки? Так что делаешь спокойно, Некра первый. Давай я тебе сейчас обозначу, за последние 4 дня он играл 1 раз Гарден Грифсы, Глиммер Кей, БКБ, 2 артефакта из леса. 2-й раз это Мека, Глиммер, Аркантапки, Стики. И 3-й раз это была игра подольше, Глиммер Кейп, Гарден Грифсы, Аганим и 3 артефакта из леса. То есть, ну, это короче, Грифсы это 100% понятно. Ну, видимо, он не играет через Некра. Значит, либо Глиммер в первую очередь, либо Меку, а там Грифсы. Кстати, он мог спокойно рун забирать, что-то подумал за Денайл в итоге. Странно. Так, кто за Денайл? Дазл. Он должен был забирать руну, он успевал Витроверну опережать, но он почему-то решил ее заденайть. А тут ФБ еще с ним. И ФБ оформляет у нас Зитракс на Эмбер Спирите. Да, но зато руну забирает руби. Вроде обе. А, это мидл друид. Они не будут делать свапы, они поставили именно мидл друида, так сказать. Я почему-то думал, что. Я тебе говорю, может быть, они поставят сейчас вокера.
Он не против Эмбера. Смысл? Дитрих не то чтобы не умеет, наверное, в миде стоять, но, по крайней мере, он не практикует свап. И поэтому сразу сказал, так и будет. Ну, тут я доверюсь тебе, пожалуй, твоему экспертному мнению. Ну, по крайней мере, сколько я видел Дитрикса, именно только вне миди, он никогда не свапался. Я сомневался, что с приходом в сингулярити что-то изменится. Я этого не понял. Ну, Экскалибур на друиде, как я уже обозначал, тоже у нас играл. Играл, в принципе, несколько раз в этом патче, пока еще не было, но ничего страшного. Вокер действительно через кушку качался. Savage Roar и добивать дальнего крипа, какие хитрец с Экскалибура. За 50 маны взял бы и... А там инвокер до этого еще денайл, так что ему обязательно было порядок сейчас и денайть, и добивать по максимуму крипов. Хотя мы видим, что он и так пережать будет его. Да-да-да, я к тому, что он друид, банально из-за того, что тебя как бы двое, хотя по урону вроде бы, ну, не то чтобы уступаешь, но приблизительно. Там пока твой пичкатлон друид долетит, пока медведь одновременно ударит, все тоже надо рассчитать. Мне нравится, как Экскалибур пока действует, но давай с тобой, вот у нас сегодня есть некая фишка, мы выбираем линию, где будет экшен. И пока, кстати, по-моему, никаких провалов не было. Давай выберем линию сейчас. Настаиваю, что это не мидл, а, по-моему... Я бы смотрел на мидл с удовольствием, где там лондрид дерется с инвокером, но, естественно, там все фраги организовываться никак не будут. Сейчас нет такого активного, что приходит какой-то саппорт в мид. Ну, по крайней мере, из того, что я вижу в этом патче, такого не происходит. В основном все драки на лайнах, так что либо топ, либо бот. Ну, все-таки это ты обсервер, и выбирать тебе для уважаемых зрителей. В боте начинается сражение. Ладно, Maybe Next Time откидывает сейчас Зитрокса. Ну, ФБ стоялся на боте. Кстати, абсолютно стоял. А, по-моему, где ФБ было, там обычно драки происходили, нет? Не прав? То, ну, не, я такую статистику не веду, это может Это не статистика, это предположение, это что? Не все на статистике основано. Skylark, 45 хп, 14 хп после тычки от лича. Да, давай выберем бот, откинемся на кресло, скажем так, поставим камеру туда, там должно быть интересно. А это ты так можешь делать, а мне надо плавно водить. Знаешь, что мне не нравится? Мне не нравится количество контроля от Singularity. Привязка инна, станчик СК, можно промахнуться, друид, понятно, лич замедление, но где директ станы-то? Их от файна то побольше будет. Гипноз, корни, это, конечно, такой себе стан, чейны это не стан. Поздний тач в конце в итоге станет, не станет или убрали это давно? Не, вот я тебе про это и говорю. Что у Отфайнем есть тот же самый агро Такса под Санстрай, который чистый дэмэдж из БКБ наносит, за счетом того, что Акс тоже наносит чистый дэмэдж через БКБ. И Винтер Виверна через Блэкинг Бар работает. И Рубик, допустим, своровавший Слайд оф Фист, разве что у Эмбера. А вот у Сил Света что работает через Блэкинг Бар, помимо фистов? В принципе, больше ничего не надо. Вот я тебе про это и говорю. Чайник КБ, откинул, взять БКБ на Сларке, взять... ударил нормально. Проблема в том, что ты возьмешь БКБ на Сларке, и оппонента будет крайне сложно против тебя работать. Кстати, а получается что, теперь чайник не пробивает сквозь БКБ? Сквозь невосприимчивость к магии нет. Прикольно. Вот. А он на ТП хотя бы сбивает? Ну, по идее, через БКБ не должен. Ну, то есть совсем какой-то бесполезный чайник становится. Раньше хотя бы ТП можно было сбить сквозь БКБ. Ну ладно. Я к тому, что вполне себе представляю, как этот Сларк в итоге идет и солирует. Так нужно только добраться до определенной, так сказать, вин-кондиции. Посмотрим, посмотрим. Пока что квасфайт. Но при этом Скайбер его просто сожрал. Там корни раз. И говорит, ну, парень, хочешь еще один? Получай. Все очень просто. Да, корни, кстати, нормально пробивают. Он его просто бил с руки и все. Да, и так же просто, как на боте. Два Зитрокса забирали в боте. А там Горелка его добили. Skylark максит ее. Ну да, фейтбол, Горелочка и побежали. Ну, на самом деле нет такого, что все фраги на одном лайне. И в миде интересно, и на боте, как ты отметил. А вот на топе на самом деле ничего не происходит. Просто песок, а его оба стоят фармя. Там единственное, что саппорт немножко бодается, да? Интроверно с Дазом друг друга бьют, но без смертей пока что. Касаемо Айна, 6 на 5, кое-что даже подфармивает, Спартан 4 на 2 тоже, здесь Кентавр, интересная позиция. Но это все выход под баунтиру, но Спартан на итоге прокликивает, Скайларк в боте. ДНЗшка забрал на сайде, и да, 2 на 2, я думал будет чуть поинтереснее. Я не понимаю, почему опять Дазл боится в интервью. Тебе идти с ним в размен выгодно, у тебя есть подхил, ты можешь регулярно его бить. Он опять боится, о, опять так, уходит. Так. Не совсем понятно, ну да ладно.
О, опять корни. А еще? Давай, Экскалибур. Что делать против этих корней на старте вот так вот по-хорошему? Ой, Скаларк в боте, 14 хп. По-моему, это очередной рекорд, как мало хитпоинтов у него. Ну и... Блин, вышка, ладно, отпускает. Спартан минус. Забрали тага у нас, курьерчика. Не самого тага, только курьерчика. Обрати внимание, кстати, же Ротен скаутит там этого Сларка. Ой-ой-ой. Ой, а смысл давать подкоп, когда ты видишь, что он уже прожимает Дарк Пакт? Лучше подождать, чтобы он хп потратил побольше, а потом его еще застрять. Ну да ладно, отпустили, можно попить шрайн, пойти сбегать. До шестого еще полтора уровня. Долговато. Экскалибур пока выигрывает мидл, это факт. Сэнкинг неожиданно классно стоит. Что делать с Зитраксом? Мы с тобой весь вечер наблюдали, как Зитракс выфармивает себе артефакты и потом выходит. Но ты не можешь выйти на 10-й минуте, когда у тебя на 6-й 18 крипов. Что-то срочно нужно ему делать. Ну, придется отправляться в лес, с флангуарда, подфармливать, возможно, уйти на топ, против Сларк какое-то время постоять. До 6-го ему полтора уровня, аналогично Сларку. Ну, загнали их. Такие лайны противные. С одной стороны, Сен Кингс, Дазл, с другой стороны, там, Акс, Винтервиверн. Ой, Винтервиверн с этим Рубиком. Очень противные лайны. И опять же, больше урона через БКБ от Файна, больше контроля, больше стана в целом. Сингулярити расчет только на друида получается у нас совокупно. Ну, в какой-то степени, да, так получается. А опять же, ну, он пока оправдывает. Он Вокера обгоняет. Вопрос, а что он быстро пойдет? Взял фейзы и сразу на радик. Погнал. Без Мидас. Без Мома. Да не, какой Мидас сейчас? Сейчас мы с тобой, помнишь, кастили друидов, фаст Radiance и поехали. Ну там вопрос был только с Момом или без, да. Ну, Мидас просто да. Лишний раз всегда стоит упомянуть, потому что это... Хотя и классика, но, наверное, в последней патче, когда еще сотку накинули, ты уже такой, да ну нафиг этот Мидас. Сколько он там? 2250. Слушай, я очень много обзоров читал, комментарии слышал и в обратном направлении, что как-то, ну, 100 на 100, да все равно его будут брать. Ну, просто на некоторых героях, да. Сложнее стало взять. Коры так и так будут быть. Просто не на всех. О, как так хорошо, вроде бы спас Скайларка, может быть, ненадолго. Пока что сам Скайлар пытается отсюда уйти. Еще один курьер помирает, в этот раз у Зитракса. Чем его зацепил? Знаешь, иногда не пишешь, да, кто убил курьера, да, какой герой, и ты не понимаешь, от чего он умер. А может быть это крип? В таком случае. Может крипы, может от вышки случайно. Там, я не видел, где Зитракс именно находился в этот момент положения. Вот раньше я можно тоже было... Я особо чекаю. Через горячие клавиши навестись на курьера. Через Alt-Q, например, да, вот у меня горячие клавиши, когда я сам играю, через Alt-Q. То же самое работал, когда ты наблюдение делал. Через горячие клавиши можно было посмотреть, где курьер умер. А это убрали. Я тоже ставил себе хоткей на курьера, и причем силы света нажимаешь, хоткей тебе показывает место смерти и что там было. Сейчас это убрали, вообще курьеров 10, курьеры до сих пор не подписаны ни по цветам, ни как бы то ни было еще. Только через лупу мы с тобой сегодня выяснили, что можно смотреть. Ну, пока действительно неудобно рассказывать, у кого там что, где отправилось к праотцам. Что-то... Ой, конечно же Ротен, посмотри-ка, есть на него выход, maybe next time. Имба Вижн сейчас иметь. У Спартана есть сентричник, смотри, ставят. Это на топе. Хэстеджи Ротен. Сейчас будет прыгать Сларк, судя по всему, юзает Сэдерфакт. И Скайп, центр в наглую, конечно, Тагу. Нормально он пробивает. Есть подкоп. Есть контакт, но Тагу все-таки хватает. На самом деле был бы... Ой, куда все ремнат это Зитракс? Ты что? Совсем, что ли, с дуба рухнул? Все три ремнанта просто в бухту. У Зитракса не пошла игра, это факт. Посмотри, если сейчас его еще заберут. Давай, сколько дота плюс очков Зитраксу по сходу? Ну, давай 200, предположим. Не хотят? Жалею, закончились, жалеют. Может? Там есть ограничения на день, по-моему? Нет? По-моему, есть, кстати. По-моему, есть. Слушай, я в пабе обычно по-другому флеймлю. У меня просто этого нету, поэтому я не знаю. Я пишу как ГВП, очень крайний. Я не хочу никого награждать случай. Вообще. Я редко флеймлю. Нам тут подсказали, что Мишка плюс Эмбер сегодня уже выигрывали спирит джентльменов за 30 минут раскатали. Вот как это было. А я вот что-то вспомнил, что спасибо, в том бике, чатик. Когда Инвокер вместе с Аксом стояли на лайне, был Квас Векс, тогда еще и Сларк тоже был. Тоже, потому что мы тоже думали такие, ну может быть еще и под паунс можно будет со страйк кидать. А потом смотришь на этого Инвокера, у него и нету экзорта. Посмотрим, может он остановится. Так, а этот Вокер... А, тоже без экзорта, да? Да, да, я подмечал, но я думал, может быть, он все-таки там в двойку, в тройку возьмет, чтобы изначально поставить полегче был против фон друида, но пока не изменил свой путь. Посмотрим. Путь ниндзя. Путь ниндзя.
Так, касаемо Сенкинга, Вейл, Баклер. Очень много Magic Damage, на самом деле, от Лича плюс Эмбера, Зитракс. Я не знаю, вот не иметь фейзов на таком тайминге. Боже, какой же провал, 2800 у бедного исполнителя. Давайте пожелаем удачи игроку из СНГ, все-таки очень... Хотелось бы, чтобы кто-то еще у нас поехал на майнер. Как знаешь, на любом ивенте остается последняя надежда СНГ. Вот кого только последняя надежда СНГ не миновали. Сначала это команда из СНГ, потом условный там, не знаю, какой-нибудь Resolution в лейте уже про Пупе. Я вспоминаю то, что, а что, все равно наш, да? Вот здесь можно про Юма, про Зитракса также поговорить. Ну, как бы, в Европе это еще не минор. В квалификациях все-таки про это обычно не говорят. Ну, я так, надежды мечты все-таки, да, последняя надежда СНГ, она должна быть. Ну, желательно, конечно, видеть топовые места, но это так уж лично. Я почему-то, знаешь, смотрю на этого Дазла, которого, как ты уже подметил, будут грейвсы. Опять же, в том же самом выпуске Dota WTF, опять же, не знаю, фиксили или нет. Ну, по сути, там не фикс, там не какой-то баг. Там у него просто было два предмета нейтральных, вот это, как она, палочка называется? Quickening Charm. Который 13% перезарядки снимает. Я так понимаю, он отобрал у соперника и свой взял, еще Эктерин был. И руну волшебства. У него просто грейсы имели кулдаун минус 0,3 секунды. Это жесть. Это как если ты помнишь, я тебе писал недавно фишку про то, как Dazzle и его КД редакшн работают на эти нейтральные предметы очень классно. Помнишь, я тебе писал, что там хекс на 2,5 секунды КД 6, допустим? Да, да. Буквально да, на днях я тебе 10 фишек кинул. То есть Dazzle сейчас под эти лесные предметы с КД редакшном, он очень под многие классно работает там. Где тычка превращает тебя в овцу, оппонента в смысле, либо там Silence делает. Dazzle вообще классный герой, и ему очень много идет. Ну, это потому, что у него, во-первых, единственное, на что уровне можно получить 26 перезарядки способностей и предметов. Ранее только у снайпера такое можно было рано получить на 10 уровне. Ну и сейчас тоже можно, но снайпера не ради этого берут. Хотя ради этого брали Мидас, потому что талант как бы есть, ты можешь часто пользоваться. А помнишь, мы с тобой у Бэби Найта, ты тогда спросил у Бэби Найта, почему не взял себе Мидас на снайпере еще в предыдущей квалификации? И он сказал, мы не уверены, что это так классно работает в нынешнем. Нет, случае. Это он сказал то, что от тебя по поводу того, что... Ну, почти так же, только он имел в виду, что в данном случае он мне не понадобился и не нужен особо, наверное. Типа отходит от них потихонечку на разных героях. Хотя, казалось бы, да, вот реально на Дазли и снайпере это, наверное, ну, самый оптимальный вариант, потому что меньше кулдаун. Конечно, там, вот у дровки, там, и там тайминг, или... когда ты можешь приобрести, он абсолютно иной. Да, ну я к тому, что, например, есть и у других героев снижение кулдауна, типа SF дровки, но у них на 25-м. И там 60% и 40%. Это капец как много, но на 25-м ты не думаешь о том, что ты Мидас будешь нажимать. Ой, да ладно. Слушай, а про Зитракса давай-ка пообщаемся, ведь я так говорил, как все плохо у последней надежды СНГ, у предпоследней, ведь у нас еще Юм есть. Но отставание всего 800 от Сларка. У Сларка всего два постоянных бонуса к атрибутам на 14 минуте. Ну, есть друид, который солирует, есть СК, который составляет ему парочку, так сказать, в этом дуэте победителей сингулярити. Что делать от файном? Комбинации вроде как пока не вырисовываются. Весь их пик — это Вокер и Виверна, которые могут друг другу помешать. И Сларкич, который пока ничего не делает. Акс только с Бриндагер. Может быть, Бриндагер это начало-то какого-нибудь экшена. Кстати, а под курсой Сларк может урывать? Я говорю, я люблю такие абстрактные вопросы, на которые я не знаю ответ. Он будет набирать себе статы. Ага, это факт. Да. Ну, будет интересно посмотреть. Ну, ты говоришь, вот смотри, Инвокер с Винтерверами есть будут, а мешать друг другу, а что, Сларку не будут, а Аксу? Ладно, выяснишь, что Сларку, скорее всего, наоборот, будет только в пользу вот этого курса, которую, неважно, кого там Сларк будет бить, он будет воровать. Ну, вот так сагрит и курса сразу. Мы видели, как курса одна там помешала выиграть игру. Это, конечно, был не решающий курса, но одна из. Видали, сегодня такой момент, согласен. 30 секунд отойду. Ну, а у нас через 20 секунд уже появятся руны, так что... Поглядим. Вот на 10-м мы не обратили внимания на аванпосты, кто там получил экспу за них. Наверное, все-таки пополам. Обычно так и делится с первых минут аванпосты. А вот сейчас могут спокойно рейдинг успеть захватить. Да, они идут, они толпой бегом перехватывают здесь аванпост. И Рубик может помешать, если поднимет. И поздновато. Надо было резко скидывать телекинеза, но это так не работает. Так что экспу получает только лишь рейдинг. Ну, а по золоту вроде как на одну большую... Не может быть на одну больше. Ну, если только как на первой минуте, да, на нулевой минуте, точнее, там, за денайл одну. Все, разобрали, 2-2. Да, в итоге разобрали, 2-2 по рунам.
Ну, я постоянно так неправильно говорю. Это четвертая смерть на верхней части карты. Крайне печально, как мне кажется. Ну, это... Сам видишь, у него как будто тильт какой-то. Вот, просто вот в тот момент, когда он ворвался с трех рубинатов, я понял, что что-то не так. Это знаешь, чисто как диагностика. В каком ты сегодня состоянии? А какой Зитракс ты сегодня? Если ворвался с трех ремнантов, ну, сегодня какой-то не в форме, скажем так. Ладно. Тем временем за Радика 800. Ну да, плюс-минус 700. А у него так, еще и талон, и кисточка. Шикарно. А давай с тобой пообсуждаем артефакты от Файна. Мы что-то про них крайне мало. Гримуакса, Блинк, Фейзы, у Сларка Диффуза, Брошь, Пипелс Гифт. Который плюс. Но как-то Сларк пока меня смущает. Да, вот так-то? Вроде да не, нормальная сборка, но... дефолтная. Просто он не дерется. У него всего два Essence Rift'а. Ой, Essence Shift'а. Особо ничего такого. Они не дерутся, как бы. Ты видишь, там случайно какие-то смерти происходят по карте. Не то чтобы случайные, но стычки не организованы. Вот сейчас пытается столкнуться Кинга, готового выйти. Ой, ой, что? Подкуп прям под агро. Да уж. Неудачно получилось. Увидел Сларка, испугался, а там оказывается Айс вообще по другую сторону прыгает на тебя. Бывает. Так. 5 на 9 счет. Графики интересны. Ну, наверное, рановато еще эти графики смотреть. Но... Да. Все-таки могу сказать, что вероятность победы Dota Plus оценила больше Singularity. Это именно по пику. Там буквально на 3%, но было повыше. А там ФБ, по-моему, был, нет? На самых ранних минутах. Нет, это именно после стадии пиков. Вот прям только-только пики прошли, опт, плюс 3% дота дает Singularity. Ну, может быть, а мне кажется, все-таки это ФБ затронул. Может быть, и не успел. Не-не-не, там... О, там вот, комбинация Sunstrike. Правда, мало дэмджа, но даже был бы крест, так все равно бы добил. А может, как-то чисто на Зитрекса. Ага, конечно, нету, чайник какой хороший взлетает. Зитрекс до сих пор живет и может как спасать. Эмбер. Надо возвращаться в драку, мана же есть, ХП есть, можно драться, там уже эпицентр никуда, правда, уходит. Выкупается Дазл. Какой хороший здесь, а, метеорит. И должны забирать лича. Может быть, даже Лондрид уже забрать его последний сейт, лишь погибает, но ну, как-то дальше забрать инвокер вместе с интроверным. У них должно это получаться, задоджил паунс, но при этом Акс агро, опять топор по башке, забирает еще Эмбера. И размен 3 в 2, я так понимаю. Мне понравилось, как Экскальбур остался на лоу хп, и медведем Рэдиансом просто добил этого инвокера, снял с него добилейтинг, переагрили сейчас на Дазла. Так, да забери ты его уже, конечно, забрал. Есть байбек от Лича, развернулись, улыбнулись, теперь же эти ребята бегут на Святыню. А Святыня у них, кстати, недоступна. Если силы света отрегенились, то силам тьмы нужно куда-то подальше отлить, видать, уже до базы. Ну, в итоге ну, 4-2, да. Еще и 2 байбека выбили из саппортов, естественно, это в плюс для Дефинем, хотя потеряли инвокера, там стрик был ли у него? У Вокера, да, я был. Говорю, снял друид, да, 4 стрика, 4 убийства. Рубик сеточкой. Вот я уже как-то стал привыкать, как будто он его покупает. Постоянно, как ни посмотрю на Рубика, почти в каждой игре у него эта сетка. Я поймал себя на мысли, что спустя неделю плотного комментирования эти лесные предметы, они кто-то бы уже давным-давно были. И ты такой, так, это сюда, это сетка, это брумхендл, здесь почистили, здесь передали, все как-то легко и просто. Это предмет фигня, можно вообще его не носить. Да, и ты как будто бы уже год в эту доту играешь. Хотя прошло 2 недели, это. Хотя, ну, гор, Сэвэдж Рор и Бокер в этот раз хорошо ремнан зашел. Опять же, по-моему, все потратил. Не, так, а задел ли он вообще Вокера-то? Ну, фраг ты ему достался, так не что, по-любому. Он, он один раз только ремнант. В X3 написано. Ну, если задел и одним ремнантом, то, по крайней мере, он использовал 3. Может быть, он перемещался, бежал откуда-то. Он задел одним, это я по сводке смерти у Вокера. Ну, а я по файтеркапу посмотрел, что он X3 потратил. Угу. Поэтому, скорее всего, он бежал откуда-то просто. Вот были бы мы не изловили, мы могли бы отмотать, да, сразу же. Да, у Акса есть Essence Ring, который плюс здоровье, и худ, дальше-то будет пайп. Рубик, та самая сетка, Сларк фармит себе БКБ, как я говорил, у сил света через Блокинг Бар работает только Слайд оф Фист, и все. А корни... Вокер через Спирит Вессел, корни нет. Вот там все страйк закинул. Рошан уже проверяет, да, уже побаивается Дефинем, чекают на всякий. Ну, Синги его очень быстро заберут, этого Рошана. Ребра. Вкусно смотрится это все на Экскалибре, на Медведе. А после ребер. Что-то можно ожидать. Какие-то кардинальные предметы для самого Лондруида, наверное, вряд ли.
Ну, фейзы Radiant, Кираса, надо действительно думать. Я не особо, к сожалению, друида видел в этом патче. Вот мы с тобой, мне кажется, заходили уже в какие-то выигранные практически матчи, случайно там пару раз, да, смотрели этого друида, так, чтобы полноценно вокруг него строить игру. Ну, я точно видел пару раз друида от начала до конца. Ну, тогда на тебе ответственность. Ну, не, по крайней мере, просто дефолтные варианты, как всегда, бывают. Понятно, что ребра, ну, во-первых, я строил того, что будет мом, не будет, он его не брал. Сразу радик, ребра по дефолту. Что там, башер возьмет, скорее всего. Возможно, даже абиссал. Я посмотрел, как бы медведь, на самом деле, с этого абиссала прыгает. Этого я точно не видел. Я бы, знаешь, о чем задумался? Я бы задумался о пайпе на мейн герое лаундруиде. Ну, потому уберут. Что когда он возьмет, когда он уйдет в эту форму, доп здоровья 1500, доп броня 20, при этом прожатый пайп против Вокера, Рубика, Винтерверна, это может иметь смысл для всей команды. Вот, ему передали предметы, которые были в команде. Не было вот этого гроувбол, который обычно с самого начала тоже таскает, если выпадает. Еще и Ocean Hard, да. Нормально. Хорошо, да. Поднял статус себе. Конечно. Смачка, ну и Зитракс-то посмотри, топ-3 у нас сейчас имеет по нетворсу, и Зитракс действительно красава. Все, о! Вернулся. Поверили в Зитракса, Зитракс сразу вернулся. Сразу подсветите курсы. Да. Если только дальше как-то цеплять, и не торгейст, удачно Аксус агрили, а вот он уже агры не прожмет. Загрызли. Доминейтинг набирает себе Экскалибур. Ой, Винтерверну маленько не подфиксировали, поздновато. Ты видел, как он спрятался? Жиротен. Его должен был заметить Эмер, если бы он пролетал прямо над вот этим хайграундом, скажем так, над этой столбом. А он оказался прямо между столбом и лоуграундом. Ну, короче, где-то посерединке, в структуре. Так уж получилось. И смотри-ка, находят у нас Винтервиверну сейчас. Ну да. Плюс фраг. А Сларк там все еще выбирает все статы у Лича, которого просто он не может увидеть. Но, тем не менее, статы-то ворует. И под крестом продолжает воровать. Ну, сколько можно воровать? Он уже труп. Еще и Мансы устроил там Лансен Кинг, например, эпицентр. Все это в таке. Есть бласт, пока что откидывается. Заканчивается манау там у Сен Кинга. Буквально на песочек хватает. Надо уйти спрятаться. Санстрайк пока что мимо, но под достами очень больно. Форсап не туда. Ну и Сен Кинг. Ну и все на этом вроде как со стороны сил света. Ничего успешного они сделать здесь не могут. Экскалибур как бы здесь еще медведь не потерять. О, сэвэдж рор. Классно. И все, и медведь живой. Ну, иногда, вот, знаешь, как-то непривычно. Думаешь, что отдельных два Savage Roar это было классно, а на деле, когда рядом с тобой несколько соперников, прожимаешь одновременно Savage Roar либо на медведя, либо на себе, он срабатывает на двух сразу, ну, скажем так, юнитах. Это смотрится клёво даже. Эффективнее, что ли? Может быть и так. А, попытаются сейчас Тавр, судя по всему, попрессовать эти ребята у нас. Ну и это плюс вышка. Очень-очень быстро. На самом деле Сларк, который вот так вот будет, если вгрызаться в парня, который будет под крестом, под щитом Лича, там же вообще можно вечность просто долбить его, не убивая, воровать у него вот эти статы. Сларк же любит толстеньких. Это, конечно, не ластилер, который быстрее их убивает, но тут суть в том, что ты становишься мощнее. И если драка продолжительна какая-то относительно, то это тебе только на пользу идет. Это как, знаешь, как, Сларк против Андерлорда, Бадона, вот этой вот всей да, истории. Да. Сларк стоит и бьет, да. Ему только в плюс то, что герой достаточно плотный, может столько тычек получить и вытанковать, и ему нормально. Ну, могу отметить то, что Хэстеджи Ротен пару раз давал ультимейты. В молоко, к сожалению, есть. Сейчас выход на Сларка. Сларк. Ну так, готов развернуться. Есть друг там Хэстеджи Ротен, БКБ не успел нажать, так? Он не успел нажать БКБ. И синий Сергейс направили не Вокера. И это еще один факт. Ика. Или Интали. Интаки, простите. Заберу. Самое интересное то, что он прожал БКБ. У него в кулдауне оно, но прямо перед смертью. Так, он нажал БКБ. Да, кстати, он последнюю секунду уже нажал. Классика жанра. Действительно, ты прав. Я говорю, вот мы смотрим вроде Европа, а у меня ощущение, что Азия. У меня прям флешбеки. Ну что? Больше шансов в сингулярите все-таки? Или Адефинем сейчас вновь воспрянут? Потому что, казалось бы, пару минут назад они лидировали с ошибками Зитракса, но Зитракс вроде как пока стал вливаться в игру, да, меньше ошибаться. Я бы сказал так, мы помним то, что сингулярити достаточно быстро отлетели, у Адфайнем была очень напряженная серия против викингов. Может быть, фактор усталости некий присутствует, хотя Адфайнем тогда взяли себе перерыв на полчаса, даже пожертвовав временем пика, но... И выиграли вторую карту. Как-то, согласись, ожидал я от него в целом чуть больше от этого коллектива Адфайнем. Не знаю, как твои, есть фраза ваши ожидания, ваши проблемы, но есть мнение, что сингулярити здесь могут завести. Ну, я напомню, Адефинем в прошлый раз вышли на минор, но заняли там... предпоследнее место.
Четвертое место в группе, 49 очков. Ну да, это последнее место. Так что... Даже если бы они прошли... Но ну, после этого Майвера они поменяли у нас Мадару на Энтаки. То есть для Энтаки это только второй ивент. После GGB Championship. Где пятое и шестое место. Ой, какая хорошая драка. Так, так, так выходит сейчас. Оп. Ох, топор есть топор, конечно же. Крест здесь не спасает. Это минус Ландруид. И что, выход на Рошана будут? Или же пойдут пушить? Там Барк курьерчик уже у нас. Оп. Курьер, ладно, курьер живой. На верхней части карты там Винтерверна от Спартана за ним гонялась. Да, Нарошана. Да, Старк, смотри-ка, Нарошана сейчас выдвигается у нас. У Старка уже 8 постоянные украденные саншифта. Неплохо, неплохо. Уже хорошо, вспомни, 14 минута и 2, да? Да, да, да. Кстати, да. Слушай, Викинг, GG, Игма 25-22 на третьей карте. Максимально неожиданно. Плотненько, да, там? Глядишь, я и Нигма в нижней сетке. Вот что ж она не в первом матче, да, в нижней оказалась. Смотрели бы на Мира, Кукуроки и остальных. Ну ничего страшного, у нас тоже обалденный матч, и чего стоит только прошлая карта с Магнусом. Я от души воспрял, прям повеселился на ней. Давай так, 6 плотных карт, по-моему, лучше, чем 2 там неплотных, если бы мы кастили Нигму. Ну и 3 интересных, наверное. Согласен, согласен. Так что 6 потных, интересных, мощных противостояний я лично оценил даже бы немного повыше. О, а тут опять-таки на Зитрекса, под сеточку, под этот все. Вкусненький прокастик, ну, а пока бы нет. Да нет. А ему осталось буквально немного. Где-то 300 голды. А Егис у Старка сейчас будет 20 левел, секундарий сепаунс, либо 150 крон на Dark Pact. Очевидно, что это будет урон на Dark Pact. Хотя по сингл таргету дополнительную секунду maybe имеет смысл. Спайдерлекс у друида. Вау, какая халява, слушай. Вот я предположил, что это будет пайп, но пока друид наполняется Ocean Heart, Groove Bow и Спайдерлекс. А ты предположил, что это будет Абиссал, очень хотел это посмотреть. Глянь, пожалуйста, Экскалибур, что у него кикбая. Тот самый Абиссал. Это, как я тебе говорил во время драфта, несложно определить, кого пикнут, несложно понять, что купят, вопрос, кто выиграет. Ну пока да, такая понятно. Мелочь, знаешь, вот деталь такая вот прям. Ну вот что ты думаешь, мне лично пока непонятно, кто выиграет. Я минут 5 назад сказал, что за Singularity, Singularity после этого у нас провели драку провально, отдали Рошана. Я не знаю, честно. Я думаю, все-таки смогут дожать Singularity. У них есть шанс еще как-то попытаться закрепиться на карте. Это будет очень тяжело на самом деле. Но Лондрид все-таки выступает за двух героев часто. Почему бы и в этот раз? Проблема как раз-таки в отсутствии контроля, в намного меньшем контроле, чем у Отфайном. Проблема в том, что чистый дэмэдж есть только у Отфайна, у сил света нет. Проблема в том, что нет сплавов через БКБ. Singularity нужно было играть грамотнее по макро. С этим друидом они должны были уже скушать хотя бы 2-3 вышки свои, при этом защищая, забрав Рошана самостоятельно. Теперь Отфайном находится в более выигрышном положении, несмотря на фарм друида. И, ну, Эмбер, ну, взял он себе сейчас Блэкинг Бар. Ладно. Прыгнет Акс, и БКБшку можно умножить на 0. Поставить ультимейт Винтерверн, и БКБшку можно хорошо. Умножить на 0. А так убить быстро? Хорошо, удачно получилось. А я чуть позже скажу, почему еще у Singularity будут большие проблемы. Как только сейчас разбегутся остальные игроки Адафина, потеряв Сларка и Акса. И надо еще раз Сларка пытаться доказывать. БКБ у него есть, пытаться прожимать. Теперь бежать отсюда. Очень тяжело будет. Тут, кстати, сбоку находится Нтаки. И как ты считаешь, идут, не уйдут? Вроде уйдут, все. Отпустили. Так вот, я хотел сказать по поводу того, что как бы Крис Дазла — это не тот сейф, который здесь спасет против Акса. А с другой стороны, Винтер Виверн, который спасет-то намного лучше. В общем, как мне кажется, ребята из Singularity, если бы они немного больше давили, это бы их спасало сейчас. А так, к сожалению, контроля супер много, дэмэджа супер много. Но есть опции драться за счет того самого друида, который отдавил, как полторы, либо две боевых единицы. Мы посмотрим, как все будут развиваться события. Пока камбэка не случилось. Но очень близко. Ну, 4000 превосходства — это всего ничего, да? У нас с тобой какие-то игры сегодня главное. Вот команда, допустим, набирает лидерство, пускай даже теряет, но у нас нет камбэков там с 15, с 20, с 30 тысяч, там при мега-крипах. То есть
под третью карту последнего на сегодня противостояния очень хотелось бы увидеть что-то подобное, лично мне. Ну, на самом деле, мы с тобой тоже недавно поднимали эту тему, то, что 30 тысяч преимущества мало кто камбэкал. И, по-моему, у нас тут за 2 недели патча только один раз такое случилось. Факт, да. А, но ты в данном случае даже говоришь немножко по-другому, ты говоришь про то, чтобы вообще нарастить вот это преимущество. То есть его не видно практически. Мы вот видели только на прошлой карте, что ли, а DFNM зашли с преимуществом на 20 чем-то тысяч на хэграунд. Да тогда? Что-то такое было. Они набрали 24, да, когда сносили первую сторону. То есть те же самые неоны сегодня при графике в нулях у нас снесли первую сторону. Это было забавно. Там, да, 24 тысячи, и только потом на хэграунде. Ну что, Дазл до Грисов пока не добрался. Есть Глиммер, Форстаф. Это тоже уже чаще используется. Это уже тоже большой плюс. Ой-ой-ой, Helm of Undying находят, ты только посмотри. Кому бы не отдали, это очень важный предмет. Отдают, пока Винтер вернет. А еще 5 секунд после смертельного урона, и ты можешь раскастовать. А здесь он ни с кем не поломанный, чего. Случайно, нет? Вроде бы нет героя, который поломал бы этот предмет. Как это было с Мипо, с Найс Кингом, кто там еще его ломал. Вроде бы все это уже пофиксили, кстати, насколько я знаю. Все возможности дропнуть там лобби и дропнуть сервак, все пофиксили. И здесь вроде бы тоже фикс. Но я к тому, что всегда можно найти что-то новое. Всегда можно поломать. Ну, да. Абиссал еще пока нет, я так понимаю, или летит. Нет, это форстав курьер. Пустой, 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 пустой курьер. Он передумал, пока гост взял или все-таки Абиссал. Слушай, я тоже маленько не понимаю, я вот смотрю главное. Где деньги? Куда ты их потратил? Да, где деньги? Есть санстрайк. Санстрайк проверочный. До Роша, например, 2.24 слишком рано скинут. Даже примерно 2.24. Это вообще интересный санстрайк. Он что-то знает, какие-то новые тайминги. Ванга. Слушай, а может он гем купил? Да нет, вроде у Сенкинга гем. Там башер есть вот у Лоун Друида, а когда у него стоял Абиссал, у него, получается, и башер стоял Квикбай, и только потом Абиссал. То есть ему нужно было полностью ингредиенты. У него 2500 был, я об этом. Именно в питомце. У него был 2500, а в питомце ничего не появилось. Суть в этом. Как-то не появилось, там башер появился. Подожди, башер у него уже был. Нет. Так башер-то сколько стоит-то? Он мелочь стоит. Ну, в смысле, не 2, почти 3. Ладно. 950. Очень быстро. Акс, слушай, как же медведь грызет-то этого Акса? Акс вообще, по-моему, не может ничего вот этого вытанковать. И при этом Витер верно, тоже ничего не раскастовалось, погибает. Вот сейчас может успеть раскастоваться, пока она бегает. Или ничего не прожмет. Ждет, и сейчас прожимает, Сенкинг должен умирать. Ой, как друиды своего Сенкинга нарезает не только по Аксу чудовищный дэмэдж, да? Да. СК приятный таргет. А ты посмотри на урон этого медведя. 300? Да. Ой, подожди, 300. 274. 26 армора. Еще и снижает, когда курсажи, получается. Она же типа вражеским делает, по-моему. Так должна работать. Смотри, наготове. Просто чудовищный. И причем появляется госкиптер, да, и это нормальная такая контра на Сларка. Ты появляется у тебя таймик условный там Savage Roar нажать, в случае, если у него БКБшка не будет активирована. Ну и хотя бы просто-напросто пожить. Самое интересное, это как убивает Сларк постоянно. Или Акса того же. Ладно, Сларк может еще... Savage Roar смыть. А вот Акс этого не может. Поэтому, как только кто-то из них вырывается, уже кто-то что-то потратил, БКБ не прожал, все, Savage Roar, они бегут, сразу проходят корни и загрызает медведь. Да. Да, и вот интересно, что он дальше будет себе приобретать. Тот самый Абиссал-то у нас должен появиться right now. Ну, должен. Я говорю, я хочу смотреть. Себе... Погоди, кому летит госкиптер на виде? По-моему, Айну. Это полная контра на Сларка сейчас. Это два госкиптера уже есть. В команде сил света. А сколько кулдаун у него? Вот он только что по себе принес. Подожди, нет, не 10 секунд. Или сколько 20. Это действует? Действует... 20 обычно, и госкиптер у Dazzle за счет КД редакшена в 50% меньше, это 10 секунд. И ну действует все, 4 секунды. В два раза меньше, все правильно. Да. Мне просто сказал, что какой-то предмет был у них, но мишень кулдаун, может быть и есть, просто он не у Dazzle. Да нет. Я прокликал, кстати, ни у кого нет. Нет, это у сил тьмы вроде бы был. Да не, вроде никто не суть. Ну, может быть, просто я хотел, чтобы было, показалось. Это я тебе рассказал, они будут драться? Они хотят? Акс, сейчас только сагрил лича. Сларк уже прыгнул, залетает. Здесь на страйк и поздновато как-то форсует, лич уже погибает.
Так, ничего я не кинул. Однако Эмбер улетает. У него аганим, что ли, уже? Влетел так с Ренат. Да спокойно, БКБ прожал. Опять корни проходит. Как же не Акс убивает легко, а как же его легко просто заканчивает. По-другому не скажешь. Байбэк. Слушай, посмотри на Сларка. Сларк хочет сейчас Дитрокс брать, прыгает уже поздновато, к сожалению. Корни... Недолго жил. Мы ждем корни, эпицентр, Сэм Кинга на этот раз нормальный. Наконец-то Хэстер Джеротсон готов ворваться. Вокер очень мало хп. Экскальбур даблкил у нас оформляет. Мэби Некстайм подкапывает ворованным Брострайком. И готовы здесь навязать и минус Дитрокс. Также очень поздно здесь оказывается Экскальбур. Ой-ой-ой. Подожди, Экскайбер сейчас слово заканчивает, будет чайник, летит дальше за Сларком, замедление пошло, он пока что пытается убежать, Аркбакт в кулдауне, Саншура проходит, но он слишком быстрый, корни успеет ли, паунс будет, через секунду надо грызть, а пока не достает. Далеко, далеко, а медведь достанет, быстрее. Но далеко уже, да. Да, медведь слишком быстро бежит, от фейзами сам он дрыть не успевает, а вот сейчас, подкоп, успел, ты видел? Видел. Офигеть, просто вот тютельку-тютельку, там 0,3 секунды, а вот-вот-вот-вот он, паучок Ландруид. Забавно. Ты не поверишь, но... Ты не поверишь, но Викинг Джи, которые проиграли первую карту от Файна, которые подразумевались изначально как топ-4 квалификации, обыграли Нигму за 37 минут, и они уже в финале. И победитель нашей пары завтра играет против Нигма в BO3 формате. А вот я по-другому это даже обозначил. Викинг Джи BO5. Когда мы говорили про Викинг... Давай. И мы в любой из этих команд, которые сейчас играют, мы везде видели где-то какую-то команду, которая вроде бы классная, даже фаворит. Смотрим на команду Викин, и это кто, а это кто. И по никнеймам особо никого не узнаешь, я только Сайлори узнаю. И тут сразу возникает вопрос. Каким чудом они так все это делают? И 18 карт в этом составе, 18. Ой-ой-ой, лич. Нет, ну форстаф есть, если что, по-моему, спорвет. Но вот правда с диффузами нечего делать. То сколько карт у Нигмы в этом составе, да, и сколько карт в составе у Викинг Джи. Ой, не говори, вспомнить результаты на ланах у Ликвид старых, у состава Куроки. Так это вообще там самый высший винрейт за всю историю в доте у одного состава на ланах. 80 так, ну целых 25 сотых секунд от интервалы атак медведя. Мощно. Рошан стоит второй, да, 38-я минута. Да, 25-я. У Сларка тоже скоро 25. Сейчас посмотрим, что там по уровням. 24-й Сларк, 23-й Дазл, 23-й Эмер, 22-й Сенкинг, Рубик, 21-й Инвокер, 20-й Акс, 18-17. Вот только саппорты последние добирают свои третьи ультимейты. Как же тяжело быть Вокером без Мидаса, да? Вот смотришь, 21-й левел, ну как-то прям совсем грустно. Слушай, а он бросил на полпути Квас Векс. Он Векс замаксил, а потом начал Экзорд. И Квас у него все еще не замаксил, зато взяты таланты. Да. Ну, я к тому, считай, что многие не берут на 10 уровне талант. Они пропускают его, берут 10-й и 20-й, стараются замаксить все-таки. Ну, 10-й как минимум берут, а 20-й может тоже не обязательно. Квас в X-Exort замаксить. Это очень важно. Согласен. Но опять же, Санстрайка наконец-то дэмэдж нормально появляется. Потому что помнишь, что тогда первый это пробный Санстрайк кинул под акцию, так он просто пощекотал оппонента, там дэмэджа-то вообще не было. А знаешь, на самом деле, что самое главное? Он безагонимо играет, он линку собирается делать. Я тебе только что про это говорил. Он не имеет Мидаса, он не имеет Аганима. Теперь у Инвокера нет катаклизма, он только за счет Аганима. И крайне печально. У него 21 левел, он не супер полезный сейчас. Да там Рубик скоро полезнее будет. Правда, он делает Октарин. Что происходит с Адафиным? Вау. Где Аганимы, ребят? Вы знаете, что есть Аганимы в игре? Или вы думаете, с Рошан так упадает? Ну а что, смотри. Ждать ребятам нормально. Октарин на Рубике. Инвокер. Ладно, посмотрим. Глядишь, выиграют, и я буду в шоке. Хотя все идет к тому, что Singularity запаковалась. Синги. Посмотри, где стоит Excalibur, есть Sunstrike проверочный. Криты есть. Окей, есть Vision сейчас у Отфайна. Пойдут, не пойдут, так-то должны пойти, по идее. Там еще один госкипетр приехал. Здрасте, Улича. Остался Сынкинг. Так, госкипетр Улича. Надо, кстати, себе его вложить, он пока борды расставляет. Надо, госкиптер перед файтом, ты чего? Вместо смоков. Гензешка, сейчас ведь вам точно придут. А он его не хочет прикладывать, я вот слежу за ним. Ай, там Эмбер, а там Литл Акс, а там только лишь медведь, медведь чуть не умер от воздравки, если он вчера прожал. Надо бы медведь как-то спасти, но медведь сейчас придется скорее всего нового призывать, он живет! Он успел убить, главное не подпустить, чтобы Сэнкинг выжил. А? Ты посмотри, а, Рошан, сейчас убьет Сларк, заберет Иникс! Ну как же так, Сингулярити, ну как же так вы упустили? Еще Сенкинг сейчас потеряет, однако крест, а нету Аксел, он байбак все не может забирать, еще и Рубика. Все это время живет Сенкинг, его бьет Спарк, зарабатывает там эссеншифт, заряды, но и медведь. Наверное, надо уходить, медведи подцепили, а это новый медведь, по-моему. Да, его нельзя терять, его нельзя отдавать. Не будет медведи целых 100 секунд потом, они его отдают.
Отдают. Это плюс деньги, опять же, для Сларка Зитрекс, сейчас. Куда ж ты пошел ошибаться? Нельзя. Все, убежал. Однако Рената Зитрекса... Стоп, у Зитрекса вроде бы был сыр. Он отдал его Сенкингу в масс-файте. Сенкинг в итоге отправился в таверну. Вот как было. Потому что воровался Зитрекс, он пытался воровать Аегис. А в итоге он своровал там только сыр. И сыр он отдал Сенкингу, тот просто не успел его нажать. И теперь, ребята, из Адфайнинг, ты посмотри за одну драку буквально. Там было, конечно, 4 смерти у них у самих. Был байбек от Рубика. Супер много всего происходит, если посмотреть. Но они готовы. Сингулярити просто разбежались в рушпите. Они чуть-чуть не добили, они испугались Акса. Там Медведь чуть сам себя не убил через возвратку. Вместо того, чтобы забирать Рошана, он побежал забирать Акса. А там Сларк все это время под БКБ такой, да ну нафиг, и забежал сначала на Рошан. Зитракс! Зитракс, смотри, что перебил. Очень опасный был нормально, момент. Нормально. Там Сыр, там БКБ. Все-таки у него сейчас. Да, Скай его просто выкинул, подобрал его сейчас Эмбер. Там был классный момент, когда Акс ворвался на Рошана, и Дазл его толкнул к себе, и его втроем быстренько забрали за пределами Рошпита. Это... Я думаю, что это начало отличной драки для Сигуэрки, но дальше как ребята развалились, вот теперь уже от Файна находится медведя на кранде. Понятно, остается Интерскёрс? Вся проблема в этом. 30 секунд медведя. Сларк ворвался. Хорошо, крест пока что Лича сейвит. Надо кидать чайник, пока ты не умер. Потому что по-любому умрешь, ты кинь же ты чайник, парень. 100 секунд не будет. Он не нажал гост. Он не нажимал гост ни в один из моментов. Сначала был агро, потом там был башер у нас и берсеркер с сначала баш, потом еще раз баш после кола. Это беда. Как же им тяжело играть без медведя. Они просто пытаются максимум времени вытащить, но Т3 потеряли. Все, не надо сейчас гнаться. Ой, как сейчас не надо гнаться. Больше проблем же только будет от этого. Хотя тагу надо выбивать Аегис. Сейчас обязательно надо выбивать, пока снять с него эссеншифты, как раз заряд временный. Рубик может погибнуть, если его добьют. Вот только чем, да? Уж опять медведь стоит. 25-24. Вроде бы пока отбились. Опять же, у друида самое главное появился питомец. Его пока сейвят. Кристаллис берет себе Экскалибур для спиритбара. И дальше дубли Дейдалас. Вот я думаю, сейчас самое главное вот этот лотус тратить даже не на себя сейчас, а накидывать на медведя. Потому что я сейчас посмотрел, да, как накину на него кулснэп и урну инвокер. Все, медведь просто не двигается. Он не может двигаться. Ему БКБ надо. А все-таки талант? Так и делали. Не, ну я к тому, что раньше ты там ты БКБ не покупал. У тебя раньше был, как он назывался-то, господи? Еще талант был. Он как раз и позволял вот эту способность, Battlecry, как там? Ну, по-моему, такая способность, ну, короче, которая у тебя там, такой кубок появлялся над головой, ты такой зверский и скорость атаки, и урон получал, и талант давал тебе БКБ, 8-секундный, что ли, и можно было даже бафнуть до 10 секунд, насколько я помню по талантам. Сейчас надо покупать БКБ. И, наверное, кстати, придется, но я тебе расписывал, как будет тяжело Сингуэрти именно из-за контроля врагов и количества сполов через блокинг бар. И мне, вероятно, сложно. Так, Актамикор у Рубика появляется у нас. А может делать Аганим? А он вообще... Интересный, кстати, Рубик с Актарином. Слушай, слушай, долго будет достаточно жить? Посмотри на медведя. Велевелар получил плюс 50 к скорости атаки. Левелар, и прорубающий урон и атака по площади. Заменены на 25. Нет, нет, нет. Они заменены. Да. Урон над постройкам. По постройкам, простите. То есть у него свой демолишн на 40 дополнительного. И еще и его к базе вообще подпускать нельзя, он же вам все сломает. Одна драка, и вам снесут нормально так. Да, они могут втром пойти при одной удачной драке. Просто. Только за счет одного медведя. Он так лицо ломать. Кстати, а если это будет драка конкретно сейчас, Рубик без байбека, Вокер, Акс без байбека, но очень вряд ли чувствуют это ребята. Да и у друида, допустим, выкупа нет, они наверняка не захотят сюда пойти. Винтервьерн скоро с Хексом, кстати, будет. Линза есть, Форс есть, Глиммер есть, есть ультимейт орб, но надо на байбек оставлять. Сларк пока... 20-й левел, перезарядка Cold Embrace, 10 секунд, длительность 4. Сларк бабочку везёшь? Уху. Чей-то курьер. Ну да. Да-да-да. Там Коутерстап, считай, летит. Это бабочка. И походу без байбека сейчас он планирует. Да не, ну уж не настолько он рисковать будет, когда у тебя еще у трех тиммейтов нет байбеков, кто-то должен оставлять. Хотя бы Сларк. На этих столах он покупает бабочку, и байбека у него нет, но у него есть дабл дэмэдж. Юзаются смоки. И они сейчас хотят сместиться только куда? Вижена-то ведь вообще нет. За медведем идут. На топе там друида подцепили. Экскалибур. Самого медведя. А то по ему не дадут сделать. Или отпустят. А вот сейчас можно нажать. А он обычно ТП делает. Ай, хитрец. Ай, умник-то, а у нас? Ну, хотя... просто остановить кого-то. ХП надо. Полсекунды разницы. Только из-за этого. А, обмен аванпостами, понимаю. В смоках, чтобы захватить аванпосты. Ну, то, что как раз-таки многие говорили. Важность аванпостов, то, что будет борьба за их захват. Ну, все-таки 45-я минута. Экспы дается очень чем много. Чем больше лейт, тем важнее аванпосты. Да, это да, факт. Да.
И, слушай, у нас реально прям такая напряжная карта за вылет с квалификации на майнер. А я тебе говорил, что сейчас третья это должна быть жара, раз уж мы до нее дошли, то пожалуйста. Ага, Октарина у Зитракса, 26-й. О, у Рубика фликер. Снимает все отрицательные эффекты и перемещает в рандомную тушь. Твой любимый фликер. Ты очень часто про него говорил. Вот мы и посмотрим, как Рубик им воспользуется. Форстав в обратную сторону, да? Я тестил фликера против Кунки. Куда? Куда опять все ремнанты? Кого там убили? Интервиверну? Я не знаю, что там с Зитраксом, но он регулярно по 3 ремнанта выпускает. Вот у него мания, что ли, X3, я не знаю. Я скажу тебе прикол. Больше прикол про Зитракса. 0 дэмэджа по Виверне. Опять, да, мимо все? Или не долетел, уже умерла. Просто 0, да. Ой, можно просто вырезать это за эту карту. Вот есть же умник, который видосики делает. Вот просто, если умник, ты слышишь меня, сделай, пожалуйста, с этой карты, как Зитрак с ремнантами пользуется. Просто регулярно X3 ремнанты в пустоту. Я боюсь, что если он на огре играет, у него X4 никогда не вылетает, у него только X3. С первого левела. Ну нет, уж не настолько жестко. Это же в плюс, наоборот. А ему должно в минус идти. То есть у него X4 может вылететь, а вылетает только X3. Тогда будет смешно. Ну, ему нет. Друид! Боже, Экскалибур, красавчик, это будет Аганим. Это крайне редко я видел в предыдущем патче, хотя, казалось бы, Аганим имба, но... Не, наоборот, ты чё, в предыдущем патче как раз-таки до изменения вот нынешнего лондруида, его, наоборот, регулярно собирали. А сейчас просто вся эта суть... Окей, ты много видел друида в том патче? Ну да, использовали как раз-таки сплит-медведи через Аганим, это чуть ли там не 4-5 артефактом брали. Вот доходили, получается, Мом, Радик, ну, или Радик сначала, потом Мом, Ребра... И уже после этого даже пытались сразу делать как раз таки Аганим. Потому что у тебя БКБ, как я сказал, через Battlecry, вроде бы правильно называю скилл, Аганим, ну не Аганим, точнее, БКБ был устроен за счет 25-го таланта уровня. И Аганим просто, чтобы отправить медведя вот на сплит. Чтобы самим не рисковать, ты медведя отправляешь на сплит. Вот так. Ты ведь недавно говорил, как классно у него будет работать демолиш вместе с этим предметом. Да, так я и жду этого момента. Самому. Там все Т2, правда. Да, стоят. И сейчас можно так грамотно по макро поразводить. Да, все Т2 стоят, но с другой стороны, это ведь потенциально золото на карте. И силы света, обрати внимание, потеряли Т3, они потеряли верхнюю святыню, нижняя стоит до сих пор. То есть им самим очень много чего сносить. Знаешь, какая мысль в голове? По факту. А может ли он через бэкдор сломать Т2? Нет. Думаешь, там не повышенный сломает. Урон 70% с лишним, если, конечно, это так стакается. Я думаю, не сломают. Это не стакается напрямую в любом случае. Ну да, какой-то процент. Ну, больше 50 однозначно. Аганим готов. Все, можно отправлять медведя. Теперь смотри, можно и умирать смотри, самому. Уже на бот отправил. Сплетить уже. И БКБ думает делать. И там еще и ДД. Ой. Потенциально классный драк. Правда, вам пост еще захваченный Адефинел. Да. Вот мне уже тяжело вот разобрать игра, пару артефактов. Потому что есть друид. Это точно. Это дополнительный, скажем так, ресурс. О, давай посмотрим, что там из четвертых разрядов еще. По-любому уже все выпали. Ну вот рок Минотавра у Акса у нас. Нинджа Гир. У Эмбера, что ли, у кого там? Или у Дазла? У Дазла. А что это дает-то? Эффект смоков. Ага, чисто дазл. На владельца, на одного. Ну да, дазла, да, чисто дазл. О, миди, аккуратнее, Зитракс, аккуратнее. Хотя эти ребята выходят в смоках, и наверняка сами тебя за бегу. Безвижно выходят. Не-не-не, так, чисто так побоковали, там руку уже врывался. Физдарфакт, разошлись. Ну, сейчас сложнее будет отдохнем. Видно шейка. Согласен. А почему? Смотри, видно шейка есть плюс 1000 к здоровью. У Эмбер Спирита минус 400 к мане, Эмбер Спирит 3920 хп, БКБ, Ктарина, Ганим. То есть Зитрак сейчас берет себе нормальную сейвовость, ну и левел у того самого медведя. Это тупо а скажи про силы тьмы сейчас. Тупо жир. Тоже левелер есть. А сколько там БКБшечки? 6 секунд у Эмбера. О, влетели, а постараться быстро забрать. И как же хорошо, Акс, однако не попал, Зитрак как-то под агро. Скайларк в итоге БКБ, ладно, чайник улетел в пустоту. Ну, а как-то сбить, башк проходит? Да, конечно. Это минус 2. Есть Рошан. Байбак Акс. Рошан есть, Винтер Виверны нет. Ну там и... сейчас появится. Ну ладно, появится. 8 золота, да. Они ушли, Байбак. Не Байбак, точнее, а пошли бить Рошана. А, опять Аганим. У нас сегодня с тобой вечер Аганима с третьего Рошана. Я понял, как это работает. Опять, да. Но при этом, вот такой момент еще. Четвертого Рошана ни разу не был за все эти игры.
Я так понимаю, что он доставаться сейчас будет Дазлу. Либо Эмберу, чтобы сэкономить слоты, скорее всего, Дазлу. Да. Увеличивает число целей лечения, да, не с передачи заряда. Развеивает отрицательные эффекты с каждой цели. Вот теперь вопрос. Я хочу посмотреть, есть ли это сильное развеяние или нет. Я прям буду стараться цеплять тот момент, когда даст интервьюерный хекс и снимет ли его Дазл. Если это сильное развеяние, это капец имба. Я не видел еще на деле, я не в курсе. Самое интересное. Я думаю, ничего стыдного в этом нет, честно говоря. Да, какой стыд, ты что? Никогда ни один человек в мире не узнает и не может знать все. Это нормально. Неделя патчу. Все мы люди. 51 минута, вы чего? Все мы люди. Так. Мы ошибаемся, мы много ничего не знаем. Если ты все знаешь и ты не ошибаешься, ты робот. То ты Астралис. Команда. Посмотри-ка там по боту. Посмотри-ка там по боту, как нормально пушат катапульты. И несколько патчей крипов, надо что-то делать. Сейчас медведь отправит. Какой вопрос? Медведь отправился. А, он только что летал куда-то, но не на бот. Эмбер тогда на траволах, а траволов нету. Да. Я тебе про это и говорю. Посмотри, еще одна пачка подходит, и по тенденции вот сейчас уже начнет медведь уже падать. Смотри, уже бежит медведь. Медленно, наверное, он уже бежит. Ну, медленно, в скобках 460, но да, он уже бежит. Просто у него по прыжкам, да? У него прыжки очень такие сочные. Просто за три удара. Почему он выложил у себя левелер? Посмотри, почему он выложил... А, что-то он себе не... Это БКБ на медведя. А левер только при пуше будет. Ну, или когда прожмет БКБ, да, переложит. Да, левер он будет перекладывать, либо когда БКБ использует. Да, я тоже думаю. Где Абиссал? Где Абиссал? Обещаем. Так хотелось его, в общем-то, увидеть. О, там попытка была напасть на медведя, и они его убьют. Цинкингу нельзя лететь сюда. Хотя это под сейф. Он что, сразу с эпицентром летел? Нет, показалось. Нет. Не-не-не. А там еще и замедление было. Посмотри, где Акса, кстати. Акса сейчас будут забирать, судя по всему, Скайларк. Медведя сейвит. Зитракс его заберет. Да, засейвили. Там Сенкик очень жестко 18. Не отпускает. У него просто песок, потому что длится 50 секунд, точнее, замедление от песочка. Так. Прилетает Эмбер. Надо искать. Есть гейм Сенкинга. Надо цеплять, надо находить. Видит инвокера. Видит. Сенкингу главное подсветить. Эмберу надо цеплять как-то. Чейны, ну хоть как-нибудь в пустоту. Подкоп! Он же видел. Блинк. Немножко не туда. Ремнант, опять-таки, попытка догнать. Не угадали. Он дальше бежит, цепляет. Ну, неплохо, но... Зитракс опять нет ремнанта. Давай, умник, привет. Еще один видос у нас, судя по всему. Ну, Зитракс, знаешь, это, как говорится, отвага. Полнейшая отвага. В определенный момент, мне кажется, что Зитраксу абсолютно все равно. Вот он хочет добить прямо сейчас. Он хочет вынести максимум. Это связано с огромным риском, но кто не рискует, тот, как говорится, трон падающего оппонента не видит. И Зитракс сейчас... Дейдалас! Это тот самый билд, 28-й левел, и совсем скоро у нас появится Дейдалас. Инвокер хорошо поцепили, однако БКБшечка, и бласт неожиданно во все стороны. Он взял это? Серьезно. Хекс, да, Абиссал из эпицентра отходится же Ротена, просто по точке, плюс он застревает сейчас в айсвол. Но при этом, посмотри, Т2 снесли, давай проверяем Экскалибур, левелер в себя переложил. Ой, а тут нужно будет БКБ же, ай, тут бесполезно. Слушай, минус медведь. Какое-то время пошло, Зитрукс под БКБ, но ему, не, не под БКБ, он был под дабл дэмэджем, его однако сбрили, надо убить без инкритривер, пока здесь все Винтерскерс, хорошо, ой, Винтерскерс. Курса, при этом, наверное, это уже назвал, пофиг, неважно, Зитрикс должен погибать здесь, БКБшечка так пока работает, и поднимает Рубик сам себя вместе с Зитриксом, Зитрикс погибает только лишь Аегис. А где Ремнанты? Это только Аегис? Ремнанта нет, Ремнанта есть нет. Агро, посмотри, есть агро, Абиссал, ух, сейвит его лич, и будет Ремнант через секунду, надо максимально далеко улететь, ничего себе он выбрал. Куда ты? Куда? А нельзя было на хайграунд лететь? Пошли на пользу. Ну, бывает, ладно, Зитрикс. Волнуется. Наверное. Так, кто там БКБ нажал? Смотри, кто-то нажал БКБ рандомно. Я слышал звук, где он? Тот нажал БКБ. Тот нажал БКБ на базе. Только не говори, что это медведь был. Не Сларк? Я точно слышал звук БКБ. Ну нет. Там 30 секунд везде, а меч кулдаун нету. Может это был этот Рок, если он выпадал? Да, Рок на Аксе был, Рок на Аксе был. Все, я просто услышал этот звук. Сларк идет, у нас сейчас под Алакричи придется, видимо, делать байбеки, ребята. Мы скажем о сингуларите, потому что иначе это минус две стороны. Эмберу надо. А то и три. Как же быстро падает казарма магов, обязательно нужно байбекаться сейчас. Ну, рискуй, Зитракс, давай. Я думаю, только Эмбер. Ну, вообще им не смысл тратить байбеки, на самом деле, надо просто потерпеть. Нежелательно это вообще все тратить.
Байбек сейчас такая стадия игры, 55-я секунда этой игры можно стоить. Вот сейчас придется Эмберу, скорее всего, купаться, потому что там подцепили Лича, да? Куда же его выталкивают, а? Вот не помогает вот этот форстап в обратную сторону, однако все-таки ставится крест, опять-таки Savage Roar. Синк... О, как же вытаскивает Рубик сюда медведя, обратно подальше все-таки забирает Лича, 100 секунд. Приходится выкупаться ему и Эмберу, Синкинг хотя бы не тратил Байбек. Сларк, ну нужен Башек, обязательно, баш, забирайте Тага. Прекрасно. Курса. И теперь Зитракс взрывается и врывается. Но Зитракс куда-то не туда вкидывает ревна. Надо фокусить. Он промахнулся, по-моему, так. Так, есть бласт в атаке по всем надо абсолютно. Тага нужно цеплять. Сейчас будет открыть стажеродный окоп. Ой, как долго. Есть блин. Можно за Юли, да я. Смотрим на Сларка. Старк пытается немножко, здесь отчаянно уйти. Стажеродный его подкапывает. Там есть Юл. Да как же за ним бежать-то, а? Идет. Нереально просто. Сынкинг наперед уже полетел. Да не что знаю, что это за существо-то такое? Он опять уходит. 42 SM-шифт украдено. С талантом на плюс 8 секунд действия. Зато акции нет байбека. ДД в боте? Стоп! ДД в боте только что заденайла Винтер Виверна, когда на него выходил СК. СК бы его кому-то оставил. И я думаю, это было бы жесть. Акс без байбека у нас. Да нет, оно там пропадало. Теперь уже, вот, вот смотри, вот только что ребята сюда выдвинулись, теперь вот сюда вот оп. Проходит минута, абсолютно иная точка. Ну, опять же, по байбеку нету. Нету акса, нету Эмбера. И медведь вырезает. Я тебе так могу сказать, если не проигрывают одну драку, им так и так сносят. Они сейчас хотят рискнуть, вот и все. Ты видишь, что происходит? Там 300 маны у медведя, там за 3 удара просто так всю ману медведя сжигает. Нету возможности прожать свой урон, только через основного медведя. Ну, надо переключаться на таг, медведь до сих пор бьет почему-то вышечку. Считает, что раз акса нету, то значит можно под крестом еще побить. Почему бы и нет? Его так и так уже там теряли, никто бы его не отпустил. А так крест накидывается, минус Т3. Вот нужно это опасно. Нужно как-то забирать барак. Согласен, опа, очень опа, опасно. Опа. Спартан, Винтерскерс, на Лича так просто, чтобы откинуть, по-моему. О, какой хороший эпицентр по троим! Ну можно как-то забирать быстро Винтер Виверну. Опять же, Анна погибла. Байбека нету, 27 секунд. Так, спать, что через 20 секунд. Надо забрать здесь обязательно Рубик и выбивать из него байбек. Медведь же опять новый, его терять. Ой, как не хочется, там будет большой слишком кулдаун. 100 секунд. Рефрешер какого-то нету. Но медведь очень хочет забрать эти бараки. Как же он хочет их забрать? Но терять тоже не хочется. Лотус пока что вешается. На Цинкингу тоже уходить. Еще один Лотус. Рубик, однако, украл все-таки. Опять Свол очень серьезно мешает. Посмотри на количество вардов сейчас от сил тьмы, это забавно. Ну там 2 сентрика, бывает и хуже. В панике, в панике. Хочется плюс 70 игру и артефакты посмотреть? Мечтаю. Мечтаю, просто-напросто мечтаю, клянусь. Интересно, Лотар, вот и зароблэйд наконец-таки. Давно пора уже из этих госкиптеров хотя бы один зароблэйд сделать, да? Эфириал Блейд у Дазла, действительно, у нас Эмбер Спирит. Угу. Ладно, медведь пока грязью занимается. А, Эмбер Рапиру! Зитракс! На купил? Мужика! Рапиру! Не-не-не, ты что пугаешь? Это заготовочка, да. Не пугай. Надо брать Рапиру. Надо брать Рапиру, здесь ничего не поможет. Вы с трудом себе не выйдем, пока кушаете. Всегда в Зитракс. Они дефы пошли, они вам пост дефают. Сейчас убьют инвокера. Он единственный с байбеком, поэтому пошел так наглый, что ли? Оооо, ну БКБшечка, ладно, пока что живешь, парень. Ну недолго ли? Зитракс на развороте, сейчас БКБ будет спадать. Гренатов не будет, ты тоже без байбека не забывай, парень. Ладно, выбили сейчас байбек из инвокера, что ли. Ему сразу байбек имеет смысл, нет смысла сидеть 100 секунд, верно. Заставит выкупаться. Хотя там Рошан 60 секунд. А если Акса убить? Тоже хороший вариант. Не получилось ТП сделать. А смотри, он опять бежит. Ну Зитракс, ну Зитракс, ну куда ж ты опять Гренатов тратишь, а? В пустоту при том. Там еще один был, кстати, поэтому нормально. Да. Ну, 30 секунд. На самом деле, инвокер может и досидеть. Но это вряд ли. Слушай, это же четвертый будет Рошик? Да, мы первый раз увидим четвертого Рошана сейчас. За так, сегодня. А кому дали предыдущий аганимчик? Дазлу, да? Maybe имеет смысл освободить Эмбер Спириту, может быть, Сэн Кингу, дабы подкоп увеличить. Два и сделать нафиг. На подожди, личный Интергейс АУЕ. Да, это блядь, грязь. Но там БКБшки, кстати, БКБ заканчиваются. Это 5 грязь. Секунд. 5 секунд. Да, это только Личу. Там у всех БКБ 5-5-6. Ну, Сэнкинг классно, но я думаю, на Личе интереснее смотреться будет. Хекс у кого там? У Сэнкинга. Лотусов 2. Абиссал делает Эмбер. Ой, рефрешер друиду отдать? Это прикольно. Ну, скорее всего, да. Для запасного варианта с медведем. Нет, все-таки из инвокера они байбек не выбьют. Даже если они подойдут к базе быстро сейчас, они не выбьют. Ну, естественно, Егис должны Эмберу давать. Фейзы уже убирают. Вау. Сколько БКБ у медведя?
А, он еще ни разу не прожал, ты понимаешь, да? Он еще ни разу не прожал его. Забавно. Так, давай проведем инвентаризацию сыру друида, Зитракс с Аегисом, Рефрешер тоже почему-то у него, не друида, кстати, Аганима дали Сенкингу, все-таки СК. Рефрешер, чтобы все ремнанты обнулить и чтобы он все 10 ремнантов в пустоту дал. Слушай, 25 тысяч превосходства сингулярити, 25 тысяч! Да это не решает 25 тысяч перевес, это же все, Аганим вот эти скучные дают тебе 8 тысяч минимум. Там одна драка уже в ноль в график уйдет, если ее Адафина выиграет. Плюс байбеки потрачены с обеих сторон. Ну, уже откатывается, правда, у Акса. Сенкинг без. Дабл дэмэдж. Топ дабл дэмэдж. Есть инфа. Есть инфа. О-о-о. Либо друиду, либо эмберу. Зитрекс. И поехали. Зитрекс возьмет. Зитрекс говорит, я затащу, ребята. Я сейчас все сделаю. Я исправлюсь. Потом смотришь на лоу друида. 16-1-13. А смотришь на эмбер 11-8-14 и не веришь в это. Ну ладно. Меньше хейтов. Больше хайпа. Ноль файра у Сларка. А у нас ноль хейта. Ноль хейта всех любят. Конечно, конечно. Я отмечаю то, что там два хикса со стороны Дефинем. Ноль файра у Сларка. А, кстати, ноль файра снимает Лотус? Еще один абстрактный вопрос, на который не обязательно давать ответ. Прекрасно. Давай насладимся этой игрой. 62-я минута. Это как две типичных наши катки за сегодняшний день. Ну, прям типичные. Сколько всего происходит, божечки. У нас сегодня типичных игр не бывает, знаешь, у нас только две карты были, самые первые, более-менее какие-то схожие, остальные все вообще одна на другую не похожи. Не, я по времени. А, по времени, по 30, ну да, конечно. Минут. А, слушай, а змеи решили подраться, говорят, пацаны, мы не отпускаем по своих, 30. Даже если это медведь. Я бисал теперь от медведя! Акс без байбека! Акс без байбека! Нужно его цеплять. Ставится Винтерскот, пока идет. Цепляет только Сенкинга, плюс уже есть Спирит Бэр. Нажимается, по-моему, Гуски... А, Эфириал Блейд от Дазла. А лично 25-й? А это значит, что Фрошилд уже регенит? И поэтому Медведь, я думаю, что он хилится-то начал Медведь резко. Понимаю. А Медведь сейчас у нас наверху. Медведь, его заберут по-любому. Экскалибур. А зачем его наверх отправили? Экскалибур призвал. Смысл? А это Экскалибур его нового призвал. Эмир Спирит отбьют, Сларк его привязал сейчас. Лотус. Нормальный подкоп в лотус у нас получается. Посмотрите, оказывается, Сенкинг так здесь. Боже, сколько так нарезает. Это чудовищный какой-то урон. Дазл пока сейвит. Эмбер Спирит сейчас будет возрождаться после Егиса. Рубик убили. Он без байбека. А на мид он друид дает сейчас мини-барак. А там два без байбека, парни. Да верни то он друида, медведь свою. Давай драться, там два без байбека. Надо заканчивать убивать всех остальных. Там Эмбер пока что один дерется. Фу, ремнант, все это Сларк, байбек выбивается. Есть Сенкинг, пока... Зачем? Ну зачем так близко к трону? Ну там же песочек. Ну не работает, там же инвиз. А в Абиссал ударил прям... Ой, Лотус точнее ударил Абиссалом, Сларк. Поэтому не может сейчас ударить дальше. Сенкинг, есть подкоп, какая уходит. Какая разница, медведь бьет мили-барак. Еще один мили-барак, он только что за один заход снес целых два. Да там два героя без байбека. Убить остальных и все. Сларк тоже без байбека. БКБ нету, надо его убивать. И это конец игры будет. Пока что хекс по инвокеру, у которого есть байбек вместе с Винтер Верн, цепляет их. Сенкинг уходит. Делать мег крипов, хотя надо убить всего лишь Сларк и закончить эту игру. Все, больше ничего не нужно делать. Там БКБшка в КД сложно, сложно. Проще намного забрать все стороны. Вот, описал. Хопа, минус Винтер Верн. Есть байбек. Есть курса. Надо есть помогать. Байбек. Очень срочно. Надо давать курсу помочь. Но инвокер вгибает тоже есть байбек. Курсу пока не дал. До последнего ждет. Сларк еле-еле уходит. Просто-напросто команда. БКБ прожал. Зачем? Это минус Сларк должен быть. Все. Должны забирать Сларк. Это мега крипы, это как минимум. Это конечно. Все, здесь остается они Сларк. Они очень грамотно делали. Трое-четверо дрались, пока у нас лоун друид снес все три стороны за одну драку. Сингулярити делают какой-то абсолютно невероятный сейчас момент. И это good game, well played, и Сингулярити проходит дальше. А можно еще такой доски? Вот это игра. Очень классная карта.